3 ноября 2001 год. Соединенные Штаты Америки. Лас-Вегас, Невада. MGM Grand. Американцы организовывают бой за звание абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе между легендарным российским боксером Константином Дзю и легендарным американцем, не знающего поражения, ученика Майка Тайсона Дзабом Джуда, сметавшего всех на своем пути. На этот поединок против Константина Борисовича американца выводил сам легендарный, ужасающий и величайший боксер всех времен и народов Майкл Джерард Тайсон. В этом поединке Дзаб Джуда изрядно помял Константина в первом раунде, но в самом конце уже второго раунда, за 8 секунд до окончания, Константин Борисович фантастическим ударом отправил американца на канвас. Джуда поднялся и сразу же упал лицом вперед, так как у него разъезжались ноги. Рефери Джей Нейди немедленно вмешивается в поединок. Не согласный с этим американец начинает яростно противостоять и устраивает истерику на ринге. Сам Майк Тайсон в недоумении, как такое могло произойти, но как прошел поединок и что происходило после, вы увидите далее, друзья. Look at their focus. Huge. Or have the years slowed the 32-year-old who can. Before he gets down to work himself, but looking very confident. 21 knockouts on his slate. And there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Sue holds. Yeah. Trained so very, very hard for this week. Judah again with a fast left. Sue looks confused. Sue struggling in the first round. Another nice as a right hook up that time. Sue in trouble once again. Combinations, and there's the left hand that are getting through the Sue guard. But he's not quick enough at the moment. See, Judah's speed is causing to Sue all the problems. He can't pin him down. 10 seconds left here in the second round. The right hand from Sue was good. And another one floors Judah. He's up very quickly, but his eyes are in orbit. It's over. Jane Adey stopped it. Judah immediately up and complains. But the fight, second round, and Kostyan Sue has unified the lightweight. God, he could not have blown up the box. We've got real problems here. Zab Judah needs to be fined for that, and Mike Tyson watching alongside. Вот так, 3 ноября 2001 года Константин Борисович Дзю одержал свою самую громкую победу в карьере и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Но мы желаем Константину дальнейших успехов в жизни и самое главное, желаем ему здоровья. Ну а вы, друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 244 тысячи человек. Спасибо всем за просмотр, до новых встреч, друзья!